Всем доброго времени суток, зрители канала. Сегодня я вам объясню, расскажу ситуацию, которая может возникнуть на стиральной машинке Ariston Indesit с сушкой. Здесь изначально не сливал насос, то есть он может слить до определенного уровня и больше не сливает. Я покажу очень важную информацию, которую очень сложно найти. Ее практически нет. Так что смотрите до конца. Искал. Это не насос был, потому что я и другой насос пробовал вставить. Это не насос. Потом может быть засор. Засора здесь тоже не было засора. Все нормально. Питание то приходило, то нет. Вот, полез в модуль. У нас модуль. А вот донор покажу. Это модуль Arcadia 2. Трехфазник с сушкой. Вот такой вот. Здесь у нас сгорел по двигателю. Он все погорел. Поэтому донором стал. Значит, вот сюда у нас приходит насос. Помпа. К ней выходит. Здесь у нас стоит семистор. Вот семистор насоса. Потом два сопротивления. Вот 102 и 103 номиналом. Потом здесь диод тоже. Еще сопротивление. Вот. В общем, проверяем их все. Варистор. И вот сюда. Дальше у нас сюда приходит. Вот он сюда. На этот транзистор. Потом через тоже по цепи и уже пошло на модуль, субмодуль процессора. Потом может быть еще, возможно, в этой причина, почему вообще не сливает. Если все остальное нормально, можно ее заменить. Вот она, кстати. Я ее менял, но не помогло. Но скажу, с чего вы начинать будете. Потом вот семистор менял, реле. Вот реле, кстати. Вот оно реле у нас стоит. Реле. Вот на этой цепочке. Потом, дело, оказывается, было не в модуле. Я поставил на быструю стирку, решил проверить. Потому что она и крутила, и заливала, но не сливала. Сливала частично, потом не сливает. Выдала ошибку F13. F13 это у нас разрыв цепи датчика сушки. У нас датчик сушки стоит. Потом смотрим. Опаньки. А вот здесь он был оборван. Он был оборван здесь. Потом, когда включаю в розеточку, сразу на табло слив. Нажимаем пуск. Там у меня водичка стоит. И все, вот у меня насосик просто подсоединил. Все. Насос слив работает. Так что все просто. Оказалось. Вот. Проверяйте всю периферию. Вот как вот тен сушки. Не тен сушки, а датчик сушки. Связан со сливом. Вот как вы мне скажите. Вот. Так что все с машинки связано. Это весь механизм, который весь направляет. Вот так вот все связано. Вот. Сюда у нас питание приходит. По этому модулю можно все рассказать. Это у нас платформа. СВ. Вот 16.00.13. Кстати, можете перепаивать. Вот если процессор накрылся. От старых обычных Arcadia. Вот такой модификации. Можно выпаивать субмодуль процессора. Перепрошивать и все подойдет. Вот. Но не вот. У нас тут это другая, это обычная Аркадия. Аркадия первая. Из Аркадии второй можно, да. Где такой же процессор. Так что вот так вот. Вот, кстати, еще вот, если двигатель тоже. Двигатель не крутит. Не крутит двигатель. А все остальное работает. Это вот у нас. Что у нас происходит? Горит вот это там все.
Вот здесь тоже все погоревшее. Там вон мы видим взрыв. Семисторы двигателя. Там один точно сгоревший. Возможно, два. Вот. Так что это все под радиатором. Упаивается радиатор. Все это ремонтируется. Такого видео, кстати, вроде тоже бы нет. Вот, так что у кого есть, можете кинуть ссылочку. Или если надо, то записать можно будет. Вот. Так что пользуйтесь. Вот, пишите, что вам интересно. Машинка с сушкой. Хорошая машинка. Вот. Всем пока.